Всем доброго времени суток. С вами канал Артмания. Дима у нас завтракает кашу с грушей натертой. Дима, только жуй, жуй. Жуй. Дима начал жевать. Наконец-то. Вчера ел мясо, грушу. Вот. В одном влоге я уже рассказывала то, что Дима не жует, потому что ему мои родители протирают полностью всю еду. Им бесполезно говорить. Он специально еще знает, что ему будут протирать. Он специально давится, давится, как будто бы. Вот хитрый ребенок. Он уже с рождения самый хитрый, да? Жуй-жуй только. Вот мы тут... Вчера я заваривала шиповник. Вот мы настоялся, мы пьем. И вчера я готовила хлебушек. Вот я уже маслице приготовила. Такой вот он получился запеченный. Я его запекала в духовке. Сейчас запекаю. Где-то 275 градусов поставил вчера, потому что он у меня начал сбегать. Убегать, вот он. С этой стороны видно. Хотел убежать. Вот, и тут сверху получился такой подгорелый, такой, это так быстро сразу. Обычно ждешь 40 минут, а так он за 30 минут уже был готов. Вот, и вчера мы еще делали буженинку, да, Дима? И овощи. Да, вчера я не поснимала, кстати, да. Вчера я прям вся в делах была, забыл даже. Вот. Дима буженинку вчера тоже жевал. Вот сейчас мы его будем резать. Уже пожестче гораздо стал. Всю ночь, кстати, он у меня пролежал вот так вот. Попкой кверху. Дай. Покажи кашу. О, какая каша! Кашу Димы гречка чуть-чуть там. И в основном геркулес. Геркулесово-гречневая. Да? И грушу. То яблоко, скажи, мама мне покрошит, то грушу мне туда покрошит. Да? Дима у нас сегодня проснулся не в духе. Да, Дима? Не в духе ты сегодня, да? Может, покушаешь и в духе будешь уже? Не с той ноги встал, да? Не с той ноги встал Дима сегодня. Видела на балконе такую яркую тучу. Смотрите, сейчас я выйду. Мне тут вон чего. Уборка. Ой, уборка. Смотрите, какая там вдалеке туча. Яркая, белая. Прям аж глаза слепит. Прям. Никогда такого не было. У нас двор, дождь вчера был. Красивая такая прям. Красивая туча. Ну, слепит прям глаза. Через пару дней уезжаем. И вот опять у меня уборка здесь, белье я все перестирала. Тут в основном осталось для дачи. Вот нужно банки перемыть. Вот этот мешок на дачу, это на дачу. Вот это тут вот остался последний мешок грязного белья, но его уже просто вешать некуда, потому что у меня сушится белье 2-3 дня как минимум, особенно постельное. Вот тут у нас зеленушка, тут вот коробочки там всякие. И вот, кстати, помидоры. Вчера мама привезла с дачи. Вот. Прям это слепит даже. А тут я вот сижу, рисую себе. На компьютере у меня вот картиночка. Это вот я нашла похожую. Думаю, как же другие рисуют. Смотрю, у меня что-то полосы не получаются. Вчера она очень долго сохла. Почти досидела до 2 ночи. Она все сохнет. Никак высохнуть не может. В итоге я плюнула и легла спать. Вот. И сейчас начала рисовать дальше. Думаю, что-то у меня не так. Надо зайти посмотреть, как делают остальные. Остальных прям супер. И вспомнила, что, блин, надо тени. Как всегда, у меня проблемы с тенями. Тени я никогда не рисую. Вот так вот у меня творческо все разбросано. Эти кисти, так много их. Вот, и палитрка моя любимая, акварельная. Вот, а Дима пока с бабушкой гуляет на улице. Время у нас... Сколько у нас время?
не фокусирует. 11:51. Так, 11, 12 часов. А ушли они в 11, да? Час. Пришла у нас туча. Офигеть, она черная какая. Блин, вот это да. Дима прибежал с улицы вместе с бабой. Говорит, баба, говорит, там гремит все. Он, какая черная туча. Черная какая. И там тоже, вон, за деревьями видать. Она гремит там все. Здесь с этой стороны не очень. Что ты там взял? Крышку? Все гремит. Я еще сижу, слышу, что-то гремит. Но ощущение, как будто по гаражам кто-то, дети скачут. Да, гремит. Ай-яй-яй. Да, я уже тут немножечко дорисовала. Подрисовала уже. Ух. Сквозняк. Сквозняк. Да, Дима с улицы пришел. А что Дима маме принес? Что Дима принес маме? Покажешь? Покажешь, что ты принес? Покажи, покажи, покажи. Покажи, что ты принес маме. Ну, что у тебя на табуретке там лежит? Что лежит у тебя на табуретке? Что, не видишь? Табуретка где у тебя? Ну? А, вот что! Цикорий! Ты цикорий маме принес? Цветочек, да? Покажи. О, какой цветочек! Дай, покажи подписчикам. Покажи. Он уже завял. Да. Мама. Там он обои еще Дима оторвал, пока мама собиралась 3 часа. Да. Диме прям вообще не терпится. Краски, кисти, палочки кругом одни. Дима сам чистит яичко. Пока мы тут заходили, он сам первый зашел на кухню, сел, сам взял яичко и давай его стучать им по столу. Я ему показала, как чиститься. Слышал то, что уже дети должны что-то не с 1,5 года, что ли, чистить яичко сами. До этого я ему показывала, но как-то он не особо. Да-да, на пол, чтобы не падало это ничего. Да. Ой, как чистит Дима яичко хорошо. Все в кучку складывает. Да ты какой умничка у меня. Сам яичко чистишь. Самостоятельный. Ой, какой самостоятельный. Да. Это мне свекровь рассказывала еще очень-очень давно. У нее там подруга. Или знакомый там кто-то. Мама не учила ребенка, своего сына, чистить яичко. Всегда все сделала сама. Посуду мыла, яичко чистила. И в итоге он не умеет. Не умел чистить яичко. Вышел, вернее, женился, замуж хотела сказать. Женился он в итоге. Чистить, чистить. Хотел, чтобы жена чистила. Жена отказалась. В итоге они там сколько-то времени прожили и развелись. Ну, совсем ничего не умел делать. За него все делала мама. А жена не захотела. Вот поэтому надо учиться всему, да? Дима, скажи, а мне 2 года, и скоро будет месяц, да? А я уже чищу яичко. Чисти, чисти. А, да-да, надо его побить, да. Побить надо. Вот так, молодец. Как он чистит. Чисти, чисти. Чисти. Чисти, чисти. Вот то какие у него ручки маленькие. Такими маленькими ручками. Вот. Уже чистит, да, Дима? Что ты там собираешь? Собирать их не нужно, Дима. Не надо. Пускай они там лежат в уголочке. Вот так. Вот так я их сейчас гребу. Вот, и чисти дальше. Давай тебе его постучу. А, ну в принципе он у тебя уже весь.
тоже хочу яичко. Надо было себе сварить. Сейчас, наверное, мы с вами, знаете, что сделаем? Мне муж говорил, что можно сделать, как его, яичницу в микроволновке. Сейчас мы с вами так попробуем. Так, ну вот, я два яичка вылила в чашечку, разбила, вернее. Закрываем микроволновку. Так, микроволны, по-моему, 3 минуты. 3 минуты, старт. Надеюсь, что они у меня там не взлетят. Да. Да. А тут Дима стучит по столу. Скажи, я по столу стучу. Требую свое яйцо. Пока я отвернулась, Дима ее уже его разломал. Его, ее. Да. Уже разломал. И жуй. И потом я тебе еще хлебушек дам. Наш хлебушек, вот он. Так он стоит, у нас досыхает. Уже. Ну тут еще мягенький, а должен быть такой же вот жесткий. Че, ты требуешь свое яйцо? Я чистил, скажи. А мама у меня его отобрала? Скажи, какая наглость, а? Смотрите, получилась такая яичница. Сейчас я зеленью посыплю, пока она горячая, замороженная. И все. Где-то даже 2 минуты. Не 3, а 2.